Юные натуралисты, всем привет! Начинаем новый влог. А у нас здесь... И чё? Нашли. А мне кажется, это его основной часть. Много! Много, большой, да? Ой, зачем? Дима, что ты прям... Опа! И вот... Червяк, да. Вот это! Соня у нас вообще не боится. Дима, только не наступи на него. Кстати, есть такая игра «Червяки». Червяки? Червяки. Молодец. Соня, интересно? Да. У нас такая погода. Утром было плюс 19 днем, а сейчас плюс 14, и хочется одеться. Но все равно круто. В общем, мы гуляем. Сейчас заехали с детьми, купили вербу. Поставила здесь на улице, потом, может быть, домой. А может быть, и здесь оставим. Димка, ты начинаешь? Иди, чтобы был басик нормальный. Ставили сюда стульчики, пледики положили, чтобы можно было посидеть. Помощники. Покажи свой подбородок. Сонь, упала сегодня в садике. Да, да. Что Дима, что Соня. Димка с такой же бородой ходил. Соня, все, можешь рот закрыть? У Димки зажило, теперь Сонька. Вниз поставь. Все, пап, сезон открываем. Посиделок. Соня, аккуратно. Мы же в прошлом году, да, мы летом скрывали несколько раз. Сончик, он грязный. Сейчас протрем. Сейчас соберем стол икеевский. Ой, не стол, диван. Димка протирает, умничка. Вся куртка порисована. Это стол деда. Дед делал. А? Молодцы. Интересно, да, как соберется? А, ты в прошлый раз тоже, кстати, смеялся, и в итоге нам действительно была нужна инструкция. Молодец. Соня, не холодно? Нет. Уже 10 раз переоделись, да, Соня? Все, ты спать, Соня? Я говорю, Соня, нельзя рисовать, она рисует. Ну, Соня. Вот тут рисуй. Молодец. У нас тут творчество. Ну как, нормально собирается? Да, хорошо. Купили мы еще когда? Месяца 3, наверное, назад, да? Угу. Цена чуть поменялась, да? Ну, мне кажется, такие же, да, стоят только в 2 раза дороже. Художники, наверное, эти надо оставить в коробке. Молодец. Не страшно тебе? Нет? Ты будешь черешню рвать, да? Ой, ну попробуй, достанешь? Ой, ну почти. Да? Соня, на дерево запустим. Да, Соня? Не, не, так нельзя остановиться, так я тебя не удержу, Соня. Ну все, все, почти. Мы уже пришли домой, у нас Соня. Соня, ты опять в платье? Наклейки. Любимое дело. Какая была у нас бабушка, в общем, она наготовила нам кучу блинчиков. Все это дело заморозила, достала сейчас из морозилки. Сейчас, Сонечка. Машина какого цвета? Зеленая. Зеленая? Да. Молодец. Синяя.
вот синяя. И да. Я сейчас все это дело сложу в пакетик. И буду на ужин. Так вот детям очень удобно. Разогрел в микроволновке и готово домашние блинчики. Знаете, сколько много. Нам хватит надолго. Мамочка маленькая. Сонь. Мы тут нажарились на солнышке, отвезли Димчика в школу. Сегодня у нас последний день уже подготовки. Давай. Заехали, ты им тут прям на солнышке. Заехали взять кофе, такая у нас сегодня шикарная погода. На солнце, правда, холодно. Ой, на солнце жарко. Ты мне нос такой красный. А в теньке прям холодно. Мы тут заехали кофе взяли, да? Перекус. Вкусно тебе? Я знала, что Сонька проголодается, потому что катаемся долго. Взяла колбаску, взяла хлебушек, огурчик, картошечку. И она так хорошо села в машину. Говорит, мам, я хочу кушать. И она так хорошо покушала. А мы заехали. Это у нас типа Макдональдс, автокафе. Взяли себе большую кофе. Американо вот сделают. Представляете, вот целую такую вот большую. Очень вкусно. Сейчас попьем. Поедем еще покатаемся, погуляем и будем забирать Димчика. Так стали неудачно, да, Сонь? Как у тебя дела? Мы приехали домой, тут целый день работали, работали и продолжаем дальше заниматься нашей верандой. В общем, доводим до красоты все это дело. Сейчас я вам покажу. Вешаем мы гирлянды. Заказывали на Ньючик. Я вам показывала давно уже. И наконец-то дошло до них время. Мне кажется, будет чуть-чуть не то. Может, по периметру надо было выпускать, а не вот эти поперек. Давай посмотрим. Какая фигня будет, нет? До этого веди, до вот этой вот главной, до вот этой вот. До да. И по ней тоже пускай. Как раз будет, мы будем сидеть, и там будет все видно. Ку-ку. Сончик наш помощник верный, да, Соня? А там у нас цветы. Сегодня мы, короче, сажали Соне цветы. Надеюсь, все приживется, потому что в этот раз я сама, мне соседка моя дала. В прошлом году она мне помогала, в этом году сама сажала. Ну, посмотрим. Ну что, нет, думаешь? Так, ну что, хочу вам показать кусочек нашей веранды. Мы уже практически все закончили. Остались у нас только кресла-мешки. Мы их уже все сделали, поэтому покажу вам. Они у нас стоят отдельно, поэтому еще сюда не поставили, уже покажу потом. В общем, такая вот у нас веранда получилась. Такие вот полочки. Ящички для хранения. Закажу еще такие. Вот такой вот столик. Фокус теряется, потому что темно. Фонарики повесили. И вот такой вот у нас получился диван. Кресло, стульчики это у нас IKEA. Стол это у нас самодельный. Это у нас папа сделал, я вам уже показывала. Диван у нас икеевский. Вот такой вот получился. Собрали. Собирается очень быстро. Фокус немножко теряется. Ну, простите, потому что темно. И такие фонарики. Уютно, красиво, тепло. Все-таки дерево, знаете, оно прям придает такую теплоту, красоту. В общем, у нас такая получилась зона. Зона отдыха. Будем здесь завтракать, ужинать. Сезон шашлыков мы уже открыли. Уже вам показываю вечером. Завтра мы будем жарить шашлыки. У нас такой влог получился из нескольких дней. Вот. Такая вот у нас получилась веранда. Но здесь темно. Тут детский столик стоит. Не видно уже. Завтра покажу уже по светлу. Поставим кресло-мешки. И еще вот сюда вот у нас еще идет. Мы тут решили пожарить шашлыки, индейка, у нас свинина, овощи, все намыло, уже потом вынесу. Такие блюда нашла под шашлык, сварила картошку, так вот поставила, чтобы было тепленько, потому что пока мы тут все это распалили, у нас такой ветер сильный.
В общем, будем пробовать. Первый раз, кстати, будем пробовать индейку. Не знаю, будет вкусно. Она грудка, как бы, чтобы не была сухая. Ну, посмотрим, вдруг будет вкусно. Я еще заварила вот такой вот большой чайничек чая. Добавила туда клубнику с сахаром. Можно же на улицу вынести, чтобы был горячий очень. Мы будем пить такой вкусный чай. Мышка, ты не замерзла здесь? Соня в платье. Ну что, ты поймала муху? А? Папа палит костер. Тебе скучно одной? Скоро Димка придет. Что, ты перекусываешь? Да. Да. Вынесла чай. Это подставка новая. Так хорошо она у нас здесь смотрится, да? Да. Тебе удобно? Мы поздравляем всех с вербным воскресеньем. Видео, конечно, выйдет попозже, но все равно. Начинаем. Первые шашлыки на нашей террасе. Мы еще замариновали овощи. Я знаю, что я боюсь, что я их пересолила. Потому что они все-таки мариновались долго. Кабачок синий. И что у нас там еще? А, и грибочки. Перец. А, перец еще, да. Мы еще вчера докупили перца и перчик. Я не очень люблю, кстати, перец. Обожаю. И зеленушки много набрали. Такая красота. Сижу тут на этом кресле-мешке. Кстати, сейчас вам как раз расскажу по поводу кресла-мешка. Я же вам говорила, что мы покупали отдельно наполнитель, вам показывала, чтобы пересыпать, либо досыпать в мешок вот эти вот гранулы. Мы в прошлый раз мучились, я вам уже рассказывала. Мы и ругались, и смеялись, и можно было развестись, конечно. Вот. Этот раз просто мы посмотрели ролик в YouTube. Нужно было либо антистатиком попшикать, либо просто водой. Попшикали водой, сам кресло-мешок, куда засыпается, и этот мешок, в котором эти гранулы были. Все отлично высыпалось. За буквально там 20 секунд мы наполнили кресло-мешок. Поэтому, если вы вдруг будете покупать отдельный мешок, отдельно наполнить, либо досыпать, имейте в виду просто водой. И все. Нет, разводиться не надо, потому что, ну, первый раз это был просто кошмар. Мы потратили часа два, наверное, на это. Из-за чего разводили? Из-за мешка. Это был, конечно, ужас. Этот наполнитель был просто везде. Дети лезли, мы ругались на детей, потому что было, это был какой-то ужас. Мы еле-еле. Ветер так дует. В общем, классно. Сонька вон катается. Горшок рядом. В общем, красота. Кайфуем. Круто, пап? Да. Сейчас пожарим мясо, пожарим овощи. Такой хороший выходной. Мы вышли уже, конечно, после обеда, потому что утром было очень холодно. До сих пор, кстати, ветер 13 градусов, но прям ветер очень сильный, прям холодно. Сейчас тут на солнышке немножко получше. Соня уже в ожидании, да? Все же. Мясо уже поставили. Еще ветром, слушай, быстро, да, наверное, прожарится. Вкусно? Дети никого не ждут. Вот такой шашлык, а мы еще будем жарить овощи. Вкусно, Соня? Приятного аппетита, кушайте. Спасибо. На здоровье. Да. Лайк в другую сторону. Во, вот так, молодец. Кушайте. Холодно? Да. Короче, мы решили сделать побыстрее, достали наш гриль и овощи сделаем на гриле, да? Угу. Быстро закрывается. Так удобненько, да, здесь как хорошо. Спасибо деду. Спасибо, да, дед кружки, полочки сделал. Капуста наша. Ваша. Наша, ваша. Пахнет вкусно. Грибы первые. Потом твой уже перчик. Главное, с аппетитом, да? Картошку кушайте, пока горячая. Вкусное мясо? Главное, в платье. Слушай, мне прям очень понравилось.
Соня, ты в платье? Платьюшка. И кроссовки, все правильно. Деревенский стиль. Молодец. Шарю за стиль. Давай еще тебе. Давай я сам. Поставила грибочки. Ой, уже. И следующее. Димка, будешь грибочек? Лаваш, да, заходит? Заходит по полной. Соня, ты кого убить собралась? О! Соня, ты хуже керосина. Помнишь? А, точно. Теплый салат. Тема! Красота, да, получилось? Перчик. А пахнет все перцем. Перец я перебила. Мы еще взяли песто к овощам. Очень вкусно. Ну, каждый сам себе. Прям, ой, красотища. Дети поели, теперь мы сейчас ждем овощи, тоже будем кушать. Что? Заезжай. Поднимай колесо первое. Давай, поднимай. Вот так, молодец. Еще. Давай, давай. Конечно, да?